В голосовании от Саранска принимает участие бульвар Эрзи, расположенный в Октябрьском районе Саранска между улицами Косарева и Тани Бибиной. Рядом с ним находится новый жилой массив. Много семей с детьми, и всем нужно уютное место для отдыха. Второй претендент – сквер Подольских курсантов, заложенный в конце 70-х годов 20 века. Он находится на границе Ленинского и Октябрьского районов вдоль улицы Гагарина. Еще одно полюбившееся многим горожанам место – набережная реки Саранки. Ее участок между улицами Титова и Батевградская. Энтузиасты его уже немного привели в порядок, но благодаря программе «Территория» преобразится до неузнаваемости. Сделать свой вклад в благоустройство города может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт 13городсреда.ру, выбрать регион, а затем и территорию для голосования. Пройти простой алгоритм регистрации и готово. Весь процесс не займет больше 5 минут. Там же на сайте можно ознакомиться с описаниями проектов. У каждого из нас есть своя мечта. Все мы хотим видеть свой город еще краше. Помните, как в песне «Мой Саранск – город милый, самый лучший, красивый». Мы с тобой связали нашу жизнь и мечту. Вот мечта, чтобы город развивался. Сегодня формирование городской среды, этот проект позволяет нам, каждому гражданину от 14 лет, принять участие в голосовании за общественные места. Важно мнение каждого гражданина, ведь даже пара голосов может на финальном этапе стать решающей. Напомним, что выбрать территорию для благоустройства можно до 30 мая.